Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, наш Создатель, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты любящий. Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа на казнь, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную. Аллилуйя! Говори! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Великий щедрот Ты Твой, Господь и Бог наш. Ты сам сказал, всякие инструменты да прославляют Тебя. И научи их песни божественные петь. Господи, Боже наш, слава Тебе. Спаси нас, Господи, и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за Твое, Господи, долготерпение, за радость, дарованную Тобою. Ибо Ты сказал, никакие прелюбодеи, блудники не войдут в Царствие Божие, но будут брошены в огонь вечный вместе с сатаною. Даже посмотревший на женщину с пожеланием, с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Сколько людей здесь погибает на этом мытарстве блуда? Коснись их сердец, Господи. Откроем глаза на всю мерзость этого греха. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо мир помешался на блуде, и на этом мытарстве погибает больше душ, чем на остальных 19. Аллилуйя! Ты это показал, Господи, в житие Феодоры Цареградской, Василия Нового. Хвала Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Велика милость Твоя и щедроты Твои! Ты, Господи, пробуждаешь человека от греховного сна и наставляешь на путь. Ты говоришь человеку, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветить Тебя, Христос. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Великие милости Твои явлены всем дне. Не пройди мимо, Господи, этого люда, который не знает Тебя. Дай им время для покаяния. Ибо Ты сказал, никакой прелюбодей, никакой блудник не спасется. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Благодарим Тебя, наш Господь, за все Твои милости и щедроты. Ты предупредил жителей земли, что развратилась вся земля, и пришел потоп на нее. Так и ныне земля будет пожрана огнем за блудодеяние людей, за разврат, который дьявол посеял в сердца людей. Останови это безумие. Мы просим Тебя, Господи, мы верим Евангелию Твоему, где сказано, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. После смерти душа проходит 20 мытарств. Испытания на то, что человек выпил, где сказал дурные слова. Но на одном мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19. Так написано в житии святой Феодоры Цареградской Василия Нового. Ты видишь, Господи, как развратилась земля. Пошли к ним свидетелей Твоих. Устраши их огненным озером, куда попадут все блудники и развратники, пьяницы, наркоманы, табакуры и матерщинники. И нет им спасения, кроме как в Тебе. Ты ждешь грешника на покаяние. Господи, укажи им на невесту Христову церковь.
чтобы они достали Евангелие, считали его, вникали и принесли покаяние. Ибо ты, Господи, умер за всех. Кровь твоя омывает всякий грех. Хвала тебе. Ты единый Господь, могущий спасти грешника, самого падшего, дошедшего до глубин преисподней. Благодарим тебя. Ты достоин всяческого прославления, любящий наш Отец Небесный. Ты благослови нас, Господи, чтобы мы видели нуждающихся в нашей помощи. Хвала тебе. Коснись сердца правителей, умягчи его. Приведи страх твоим в смятение их, чтобы они служили тебе, издавали мудрые законы, дабы человек достойно мог прожить жизнь и было еще уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. Ибо Слово Твое говорит о страшном испытании, готовом пожрать всю вселенную. Ибо Ты придешь судить этот грешный мир. И как первый мир был потоплен водою, так второй мир будет сожжен огнем, когда загорится небо и земля, и сгорят все творения на них. И великая блудница будет пожжена огнем, и купцы земные посыплют головы свои пеплом, рыдая, такое богатство погибло, такая столица, которая всему миру раздавала свою страну даром. Благодарим Тебя, Господи, за предупреждение сие. Вразуми правителей и сохрани их от покушения на них. Господи, пошли добрых миссионеров и пошли их к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Пробуди спящих от сна, дабы они воскресли до жизни новой, жизни святой, чистой. Ибо верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Господи, Господи, пощади наследие Твое. Будь милостив и долготерпелив. Найди новые души, которые обратились бы Тебе, принесли покаяние и восславили Твое дивное имя. И в каждой семье, Господи, покажи, что хозяин мужчина, а не женщина, чтобы люди искали покорности по Слову Твоему, чтобы жены были покорны, несли иго, которое Ты дал, не делали абортов, но рожали, как повелел Ты, Господи, дабы наполнялась земля. Хвала Тебе. И детям, Господи, дай послушание родителям, которые знают Тебя, которые сохраняют их девственность до брака. Помилуй наш народ. Господи, коснись его сердца, посети патриарха, епископов, священников, дабы не было сребролюбия, чтобы не занимались симонией, продажей таинств, чтобы истинно проводили крещение бесплатно, с троекратным полным погружением, как гласит апостольское правило Твое. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, и народу дай страх, чтобы чтили священнослужителей. Господи, возвысь православную церковь. Как низко она пала, какая она презираемая за свои грехи, за нерадение пастырей. Мы виновны во всем, Господи, и не оправдываемся. Прости нас. Пощади, Владыка. Снизойди к нам. Исправь. Облеки силой Твоею. И пошли в мир к тем, кто может принять Слово Твое. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. И сердце каждого человека да воззовет к Тебе. Будь милостив ко мне, Господи. Я принимаю жертву Твою. Я признаю, что Ты умер за меня. Именно за меня. И Ты не просто Спаситель, а мой личный Спаситель. Хвала Тебе. Слава Тебе, милосердный Создатель. Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты.
Аллилуйя. Господи, слава Тебе. Грешники прячутся от Тебя. Грешники хотят скрыться от Тебя. Но Ты выведи их в свет, дабы они увидели свою наготу и срамоту. И дай мази помазать зрение, чтобы увидели, кто они. Господи Боже наш, покажи людям их срамоту и наготу, что блудодеяние очами, так же, как и на действительности, не позволит пройти мытарство. Грешники и блудники, прелюбодеи и пьяницы, наркоманы и матерщинники, табакуры не войдут в Царство Твое Небесное. Устраши их, Господи, подними, не дай им погибнуть, ибо за них Ты умирал, проливал пречистую кровь, Христе Боже наш. Хвала Тебе, слава Тебе, милосердный, ибо земля превратилась в грязь. Блудодеяния затопили все. Спустись, Господи, в эту бездну. Коснись сердец людей. Обрати их к Тебе, Владыка. Ибо кровь и плоть не наследуют Царствие Божие, а только Дух, облещенный силой Духа Святого, воспарит к Тебе. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. Хвала Тебе, Господи. Слава Тебе. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Слава Тебе. Ты сам сказал, что неверующий в Тебя не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Коснись сердца этих людей, дабы они не погибли, чтобы после смерти не оказались в огне вечном вместе с сатаною. Господи, пожалей их, найди, обрати. Хвала Тебе, наш Иисус, слава Тебе. Ты умер, Господи, за всех людей. Мы благодарим Тебя за Твою голгофскую святую жертву. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, ибо воистину растлилась земля, люди отступили от Тебя. Прелюбодеяние и блуд заполонили мир, и люди превратились в землю, в грязь. Коснись их сердец, обрати и найди, и покажи им, что их смех обратится в плач, в стоны рыдания. Ибо блаженны плачущие, ибо они утешатся. Они не знают Тебя, не знают ничего про суд Твой, Господи Боже наш. Хвала Тебе, и поэтому безумие поступков их
превышает вершины самых высоких гор. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Спаси нас и помилуй, спаси и сохрани, защити и помилуй. Ты Бог, и кроме Тебя нет иного. Аллилуйя! Господи, дай веру людям, у которых нет веры, которые идут вместе с дьяволом, исполняют его похоти, блуда, лукавства, корыстолюбие, сквернословие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Найди новые души, которые не знают Тебя, чтобы они знали, что Ты умер за них, что вера в Тебя дарует человеку прощение, а кто не верит, после смерти будут брошены в огонь вместе с дьяволом, и конца мукам никогда не будет. Жалься над этим народом. Господи, Господи, Ты сам сказал, верующий в Меня, то есть в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Ты умер за наши грехи. Ты поднял наши грехи и омыл нас кровью Твоею святою, очистил и освятил, и сказал, верующий в Меня не грешит. Ты открой истину тем, кто ничего не знает о Тебе. Будь милостив, Спаситель, ибо они, Господи, нуждаются в Твоей помощи. Открой им уши, открой глаза, чтобы они слышали и видели, где они находятся, на какой версте истории. Ибо Слово Твое предсказало, что люди будут презирать законы Твои, и ничто их не остановит. И Ты говоришь, как апостол, прийти с любовью или с жезлом, и Ты сокрушишь сосуды горшечные, какими является человек. Аллилуйя! Господи, слава Тебе! Господи, благодарим Тебя! Честь Тебе, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Будь милостив к нам, Господи, спаси и помилуй. Спаси и защити. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Господь Иисус Христос. Хвала Тебе. Милость Твоя до небес, и истина Твоя до облаков. Господи, мы благодарим Тебя, как многое открыло нам Слово Твое, Святая Библия. Аллилуйя! Господи, слава Тебе! Господи Боже, хвала Тебе! Спаси нас и помилуй. Спаси нас, Господи, и сохрани от всего, что не славит Тебя. Мы благодарим Твое долготерпение. Господи, Господи, защити и помилуй наследие Твое, как многие еще не слышали о Тебе, что Ты умер за грехи людей, Господь наш Христос, и зовешь всех к покаянию. Слава Тебе! Аллилуйя! Помилуй нас, Господи! Помилуй нас! На Тебя бы уповает душа моя, и помилуй меня. Кроме Тебя, Господи, нет иного. Только Ты Спаситель, Ты добрый пастырь. Ты оставляешь 99 овец и идешь за одной потерявшейся. Спустись в эту бездну греха, разврата, и найди новые души. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Спаси нас, Господи, и помилуй. И найди новые души, кто мог бы принести покаяние, иметь вход в Царство Небесное. Ибо наемник не пастырь, он видит овец и волков и убегает. А Ты, пастырь, полагающий душу свою за овец,
Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Милости Твоей полна земля! Помилуй нас, Господи! Помилуй и пощади наследие Твое! Аллилуйя! Господи, прости нам согрешения наши! Дьявол раздел людей, и об они хвалятся плотью, и не знают, что завтра день родит для них, и плоть будет брошена червям, а душа в огонь вечный. Устраши, Господи, тех, которые предались жить не поистине. Коснись их сердец, ибо никакое прелюбодеяние и блуд не войдут в Царствие Божие, но будут ввержены в озеро огненное. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Благо плачущим ныне, и они блаженны перед Тобою. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ты говоришь, как украшают себя прелюбодеи для тех, которые не имеют надежды войти, и гибнет душа, уловляемая ловцами. Откроем глаза и уши, чтобы они услышали голос Твой, чтобы жили по Евангелию. Ты умер за грехи всех людей, Иисус Христос. Хвала Тебе! Слава Тебе, милосердный, любящий наш Господь и Бог! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Ты нам говоришь, как богач мучился в аду и просил одну каплю воды прохладить язык свой, но никто ему не давал. Ему напомнили, как он жил здесь блистательно на земле, как он не видел бедных и никому не помогал. А Лазарь страдал, и ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот так закончится жизнь каждого человека, который не уверует в тебя. Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Аллилуйя! Ты великий Бог! Ты заботишься о каждом творении Твоем. И как бы далеко не ушел человек, если он обратится и покается, он получит прощение грехов и жизнь вечную. Аллилуйя! Господи, помилуй нас. Господи, найди новые души, которые не примирились с Тобой и не знают Тебя. Слава Тебе, милосердный Создатель! Хвала Тебе, Господь и Бог наш! Благодарим Тебя за милости Твои и за щедроты Твои. Аллилуйя! Напрасно прячется человек, ибо ты придешь, и вся вселенная раскроется перед тобою, и явятся дела постыдные и грешные. Благодарим тебя, наш Господь. Слава тебе, милосердный. Пощади наследие твое, Господи. Ты говоришь, что никакой блудник, прелюбодей, пьяница в Царствие Божие не войдет, но будет брошен в озеро огненное вместе с дьяволом. Дай страх твой людям, ибо страх твой есть начало мудрости в тебе. Будь милостив к нам, Господи. Слава тебе. Хвала тебе. Честь тебе и поклонение, слава и благодарение, наш любящий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ибо в судный день откроется и тайное помышление человеческие. Ибо никакой блудник и пьяница Царствие Божие не наследует. Но его ждет червь, не умирающий огонь, не угасающий, вместе с дьяволом. Опомнитесь, люди, услышьте голос Божий. Хвала тебе, наш Господь. Мы благодарим Тебя за Твое долготерпение, за Твою любовь, за Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за грехи наши по Писанию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое. Господи, пошли истинных миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, ибо Ты всюду находишь души, которые могут принести покаяние. Аллилуйя. Аминь.